Такие двери резкие. Вообще офигеть. Прям капец, какие резкие двери. Блин, лифт уехал. Пассажирский. Черт. Надо было все-таки ехать на нем. Не, прикольно, конечно, что у обоих лифтов замененные стандартные мелодии. И причем еще такие динамики крутые. Прям звук четкий, такой чистый. Вообще классно. Это, ну, прям очень круто. К сожалению, мелодии нельзя менять, как на Экомаксах. Музыка вообще крутая, прямо. Хочется вынуть отсюда флешку и скачать ее себе. Потому что музыка, ну, прям нереально крутая. Я знаю, знаю, я сейчас. Какие резкие двери, реально.
такое себе, конечно. Кстати, только что табло прологнуло. На секунду был 11 этаж, потом уже вернулся обратно на 7. Такие вот лаги. Жесть, небольшие. Тут даже видно вот эти вот внутренности, так сказать. Очень резкая дверь, правда. О, писк поломался. Искажается сильный писк. Да уж, много я сегодня КМЗ узнала, так сказать. Как он сильно шатается. Как он сильно прям шатается. Реально жесть. Он прям шатается сильно. Очень прыгает. Реально жесть, как он прыгает сильно. Мне вообще прикольная музыка. Лифты очень сильно прыгают, особенно пассажирские.